Ух ты, и снова я, Александр Криволап, печенеги. Ребята, я нахожусь на реке Северский Донец, район Бабаево. Смотрите, какая здесь красота. Очень-очень красивые места для отдыха, ребята. Здесь река с левой стороны, а с правой стороны сосновый лес. Ну как здесь не отдыхать вечером? Здесь обалденный запашок. Запах обалденный. Ой, река. Район Бабаево. Красивые места, да? Красивое место для отдыха. Здесь можно отдыхать. Смотри. Здесь заехал, машину поставил. И отдыхайте. Сейчас мы еще в одно место пойдем, ребят. Еще в одно место. Еще. Там тоже красота. Я пешочком вот здесь пройдусь. А проехала сюда на велосипеде. Не буду же здесь ездить, показываю места. Смотри, здесь тоже вот заехал. Машину поставил здесь. Смотри, машину поставил. И рыбач. Хорошее место для рыбалки. Река. 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 Река Северский Донец. Район Бабаево. Смотри. Хорошая рыбалка, да, ребят? Здесь и щучка, и сом водится. Карась, короб. Смотри. Ай, ай. Ай-яй-яй-яй. Смотри, ребят. Еще сюда. Смотри, какие красивые места, а? Ребят. Ой, красота, да? Красота. В лесу, в реке. Река находится почти в лесу, на окраине соснового леса. Пойдемте в лес сосновый, пройдемся чуть-чуть. О, столик для отдыха. Люди проезжают сюда отдыхать. Смотри, порядочек. Ребятка, не забывайте убирать за собой мусор, дорогие. Приехали, отдохнули, убрали. Вот видите, я доволен этим порядком, ребят. Вы молодцы, вы просто золото, ребята. Не оставляете за собой бардак. Так, ну что, наверное, буду, пройдем сейчас немножко. Смотри, а здесь сразу сосновый лес. А, смотри. Сосновый лес. А, здесь сосна. Красиво, да? Ребята, в сосновом лесу не разжигайте огня. Здесь сейчас сухо. Может возникнуть пожар. Берегите лес, это наше богатство. Лес ведь это наше богатство. Ну, сейчас еще немножечко пройдемся. Смотри. Здесь, здесь, здесь. Лес. Как здесь хорошо. Запах обалдеть. Особенно после дождичка. Я обалдею, если дождик пройдет. Но у нас сейчас сухо. Грибов пока нет. Грибов в лесу пока нет. Смотри. Ребята, смотри, какой лес, а? Ай, красота. Как я люблю свой Печенежский край. Район Печенеи, Северский Донец, район Бабаево. Ну, а как найти сюда это место? Выехал, заехал в Печенегу. У меня там есть видео. Посмотрите. Там от края от автостанции прямо к этому месту есть. Видите?
приедете, посмотрите, полюбуйтесь. Ребят, а посмотрите налево. Смотри, там красота. Ой, ёшкин кот, а здесь бородатюр. Ребят, а чья это территория? Уберите, пожалуйста. Не позорьте наш печенежский край. Смотри. Это свалка, настоящая свалка. Это что? Чья это территория? Уберите, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Уберите. Смотри, какой бардачур. Ну, это в районе... За печенегами, в районе Бабаева. Буквально 50 метров от реки Северский Донец. Это, скорее всего... Отдыхающие, наверное. Ребята, ну забирайте с собой мусор. Ну вывозите, ну видите, мусорный ящик. Вбросьте в мусорный ящик. Не бросайте сюда мусор. Пожалуйста. Ребята, следите за порядком. Смотри. Смотри. Ай. Ёшкин кот, смотри. Смотри. Ну что вы творите, а, ребята? Да, я думаю, знают все этот домик в районе Бабаева. Администрация Печенежского района. Пожалуйста, вы же знаете, чей это участок. Заставьте их убрать. Ну все, ребята, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Смотрели красоту, а напоролись на бардак. Пока-пока.